Всем привет, ребята, вы на канале Toychai Kids. Сегодня я хочу поиграть в игру, которая называется «Жизнь старшеклассницы». Вот она загрузилась, и меня ждет, наверное, вот это вот какой-то выбор персонажа, наверное, вот это вот глаза. Что тут можно с ними делать? Большие, маленькие? Ох, ох-охо. Ну ладно, пусть они будут вот такими. Нос. Ой-ой-ой-ой, как это? Ну ладно. Мы продолжаем. Так, выбираем нос. Давайте тоже что-нибудь сделаем такое узенькое. Губки. Ой, ой, какой кошмар. Тут какие-то они втянутые, вытянутые. Ну, в общем, наверное, вот так. Ух. Конечно, графика здесь совсем не очень. Ну что ж, давайте посмотрим, что же у нас будет дальше. Так, цвет кожи. Давайте сделаем ее какой-нибудь вот такой. Она немножко поживее. Так, волосы. Так, что же тут можно сделать? И розовые какие-то, не розовые. Ребята, давайте сделаем ей вот такие фиолетовые волосы. Немножко странные, но мне нравится, даже прикольные. Цвет глаз мы сделаем ей. А, давайте у нее будут синие глаза. Так, это, наверное, тени и пудра тут же. Так, интересно. Ну ладно, оставим так, как есть. Губки. Наверное, надо что-то такое. Я даже не могу, в принципе, создать здесь нормального персонажа, потому что, ну, графика просто отвратительная. Ну, я надеюсь, что дальше будет все намного лучше. Вот, давайте сделаем ей вот такие розовые губки. Ну что, мы начинаем. Как мы назовем нашу девчонку? Назовем мы ее Аманда. Ну, давайте начинаем. О, так нам тут еще надо и мальчика создать. Написано, что это бойфренд. Так, ну, в общем, я даже не буду, наверное, ничего здесь менять. Пусть вот как оно есть, вот такое лицо, такое и будет. Дальше мы меняем ему цвет кожи. Какой-то фон у нас тут изменился на темном. Ой, ой-ой-ой-ой-ой. Ну, давайте его оставим таким, какой он есть. А волосы... Ну, и волосы я тоже предлагаю оставить. Ух. Пусть они будут такими, а глаза мы ему сделаем зеленые. А еще нужно выбрать одежду, а я не выбирала одежду для Аманды. Господи, какой странный человек. Ой. Прям все как-то, ну, очень печально. Ну, давайте оставим его вот таким, какой вот он сейчас вот есть. А назовем мы его... Как его можно назвать? Пусть он у нас будет... В общем, вот так. Джордж. Джордж. В общем, пойдет. Поехали. Надеюсь, больше никого не нужно создавать, потому что меня реально пугают эти персонажи. Так, тут вот какая-то вот девушка. Что-то она от меня хочет. Ну, давайте ответим ей. Ну, вот. Она мне показывает, что мне нужно идти вот сюда. Давайте посмотрим, что же здесь. Ух ты, это какие-то магазины. Вау. Так, здесь мне нужно одеть мою Аманду. Так, ну я вижу, что эти все костюмчики, они стоят денежек. Но я не вижу, чтобы где-то показывались мои денежки. И вообще, почему я платье выбираю? Может быть, я не хочу платье. Может, я хочу джинсы. Так, ну, в общем, ладно. Я останавливаю свой выбор на... Почему все розовое? Ну, ладно. А где все-таки нарисованы мои денежки? Ну, ладно, я беру вот это платье. Я его смогла взять. О, вот они. У меня 560 монет, и я потратила уже целых 200. Ничего себе. Ну, что ж. Посмотрим, что же будет дальше. Какой-то подарочек мне предлагают забрать. Что это такое? Футболочку мне дали. О, это мой гардероб. Это я дома, значит. И здесь тоже вот шортики мне предлагают. Может быть, и платье дадут? Нет, платье мне не дадут. И все какое-то такое розовое. Балетки у меня есть. Часики. Пожалуй, я их не буду одевать. Ну, давайте мы все-таки останемся в нашем новом купленном платье. Мы его одеваем. И вот его мы тоже одеваем. Ну, все. Готово. Поехали.
Он мне тут что-то говорит, а я ему тут что-то отвечаю. Он мне в ладоши тут такой похлопал, ура-ура. Мы нажимаем дальше. Ой, что это? Я должна танцевать? Как это сделать? А, 2, 1, 3. О, ничего себе, забавно, как они танцуют. Так, 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 ну вот. От моих, наверное, нажатий что-то все-таки зависит. Вот, давай, так, так, вот. Наверное, зависит от этого их движения. Ну, я не совсем понимаю, что именно от меня здесь зависит. Так, ну а если мне, например, уже надоело танцевать, я могу остановить это безобразие, в конце концов. Они такие танцуют. 1, 1. Одни сплошные единицы. Я успела на все нажать. И они такие раз, и такие волной, короче, руками. Очень забавно. Ух. Надо было, наверное, сразу тыкать все на все кнопки, и двойки, и единицы. О, тут какие-то шарики, короче, посыпались. И мне пишут «Nice movies». Короче, поехали дальше. Что мне предлагают еще сделать? Вот тут со мной какая-то Кайла разговаривает. Это очень такая забавная девчонка. Ну ладно, мы ей вот тут отвечаем. Не хочу вдаваться в подробности. Что-то вот она мне сказала. Рассказала мне, что это у меня тут за полоска. Ну и мы продолжаем играть. Нам снова предлагают пойти в магазин. Но теперь нам нужно пойти вот сюда. Ух ты, что это за... Интересно. Я работаю в магазине. Ничего себе. Так. Поправила, пошла на кассу. Какая-то тут бирочка. Так, и что же мне тут делать надо? Посетителей нету. О, ребята, посмотрите, ко мне пришел посетитель. Тут выбирают какие-то ботинки, туфли. Ничего себе. Это вот один посетитель все разгромил? Господи, боже мой, да я не успеваю. Я вообще ничего не успеваю. Вот только посмотрите, она еще так долго все делает. Оплачивает все. Вот тут какие-то жетончики появляются. Это, наверное, заработанные мной деньги. Или это обслуженные посетители. Все, пошла я, короче, все ремонтировать и чинить. У меня тут еще время идет. Мне оказывается, тут осталось 9-8 секунд. Сейчас мы все разложим по местам. Ну вот и все. И я заработала целых 42 монетки. Так, а что же мне делать еще? Тут, наверное, можно посетить магазин и что-нибудь интересное купить. Да, конечно, я не ошиблась, тут можно покупать. А они у меня все закрыты. Открыты вот тут штанишки за 10-15 монеток. Ну, они какие-то, наверное, не очень интересные. Ну, давайте купим ей, например, джинсики. Ну, и больше я тут ничего такого красивого, симпатичного не вижу. А футболочки? Так, ну вот, например, симпатичная футболочка. Но опять розовая. Ну, ё-моё, что ж поделать? О, вот это мне нравится, очень прикольная. Она стоит целых 200 монет. Блин, я трачу больше, чем зарабатываю. Так, мне тут предлагают идти еще дальше на шопинг или идти домой. Ну, пойдемте, в общем, домой. Хватит гулять. Вот, мы снова дома. Дома у нас, к сожалению, можно только гардероб открыть. Давайте ее переоденем. Что мы тут новенького купили? Мы купили вот такую беленькую. И джинсики. Ну, вот, в общем... Вот, нормальный вид человеческий ей приняли, ему приняли. Мне вот только непонятно, они что, вместе живут? Так, нет, я больше с тобой никуда не пойду. Что опять танцевать? Ну, ё-моё. Они все время танцуют. Ну, вы посмотрите, как это прикольно смотрится. Ой. Я успела только на 3 кнопки нажать. Так.
продолжаем. Ой, это что за движение было? Они сквозь друг друга проходят. Какие странные персонажи. Ребят, ну в общем, что я вам хочу сказать. Графика мне совсем не понравилась в этой игре. И, наверное, в эту игру я больше играть не буду. Но если вам понравилось, напишите, пожалуйста, в комментариях. А у меня на сегодня все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Ну и всем пока.